Первые будут братья, потом все. Так. Сергей. Держи. Или ты пойди на По одному. Андрей, можно это сушить? Угу. Поздравляю, Александр. Прощается работа Никита. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Радости. Подходите. Крещается рабочий Александр во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Крещается рабочий Дмитрий во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Аллилуйя. Слава. Радости. Максим. Крещается рабочий Максим. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа.
проходите, сестры, проходите. Сестры, проходите. Фотографируй, успевай. Нащупайте ногами там ступеньки, не ступеньки. Погружаемся хорошо. Так, Елена, прощается раба Божия Елена во имя Отца. Аминь. И Сына, Аминь. И Святаго Духа, Аминь. И Святаго Духа, Аминь. Крещается раба Божия Иоанн во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Крещается раба Божия Фатиме во имя Отца и Сына. Аминь. И Святаго Духа. Ногами нащупайте. Не трогайте. Сюда им хорошо. Так, Енила. Екатерина. Крещается раба Божия Екатерина. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. А кто еще? Все. Кто еще хочет? Желающие? Так, что вам сейчас? Все, сейчас я это снимаю, там сухое мне вытаскивать и заказываю. Вода-то теплая. Да? Он же вообще привык, хоть бы еще дольше стоять. Ну, 31-й псалом, вы если споете, потихоньку пропойте его. 31-й. Башка, переодевайся скорее, чтобы не простыл. Я простыл, за что ты? Он говорит, вода теплая. Теплая? Да слава тебе, Господь. Господь нагрел. Давайте. Так, надо их отрезать. Я всю ночь кипятильники работают. Показывай, как батюшка раздевается. Так, вода у вас. Ой, маленькая. Сейчас я сниму. Никита понесет. А, это вы знаете, Никита. Слава.
кладите. Все. Когда батюшка сказал, кто еще в этот момент не будет бежать. 31-й псалом. Блаженни их же остаешься беззаконие, их же прикрышася греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь, а тяготе на мне рука твоя. Возвратихся на страсть, егда он земи тер, беззаконие мое познах. И греха моего не покрыв, грех исповем на меня беззаконие мое, Господи. И ты оставил еси нечестие сердца моего. Зато помолится к тебе всяк преподобный во время благопотребно. А бачи в потопе вот многих к нему не приближатся. Ты еси прибежище мое от скорби, обдержащая меня, радости моя избавимя, вот и вышедшая тебе помочь. Вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, вонь же, пойдеши, утвержу на тебя очи мои, не будете, яко конь, и мест им же несть разума, браздами уздою челюсти. Вон туда покажи, как белье батюшкин выжимает, это тоже важно показать. Восстань, внеши, не приближающийся к тебе. Многие раны грешник, грешному уповающего же на Господа, милость обыде. Веселитесь о Господе, радуйтесь о праведне, и хвалитесь о все праве и сердце. Оставь, чтобы у тебя осталось на лагере. У меня полная. Угу.